Познакомлю с нашим зданием, памятник истории и культуры, действующее медицинское учреждение. Наше здание действует уже 107 лет. Назначение своего не изменило, то есть сегодня сюда также приходят все желающие на грязи. Но в первой половине дня у нас проводится процедура, а во второй половине смотрим красоту этого здания. Грязелечебниц много в нашей стране, за границей, а подобной архитектуры грязелечебниц нет. Наша была построена по образу древнеримских императорских терм. Процедура длится 15 минут. Они не только глубокие, они достаточно объемные, занимают все основание лечебного корпуса. Подряд по всему корпусу расположены, тоже накрыты крышками. И тоже раздельные. Здесь, например, грязь на утилизацию собирают после отжима ткани. А здесь вот свеженькая, перекачанная для процедур, подготовленная. Завтра по трубам будет подаваться наверх к процедурным кабинам. То есть сейчас уже все механизировано. Но здесь вот можно видеть такой экспонат. Такие ведерки здесь раньше изготавливались, применялись для процесса. Ведерко с грязью 8 килограмм. На процедуру до 10 таких ведерок может быть затрачено. То есть до 80 килограмм грязи на процедуру грязь общая может быть задействована. Ну, сейчас уже как экспонаты.